Всем привет, ребят. Ну что, вот наконец-то добавили у нас новое событие. На честь пятилетия, которое было на немецком сервере, наконец-то его сделали на русском. Летняя прохлада, вот так вот она называется, в котором мы можем насобирать все эти плюшки, как видите. Здесь немножко другие уже итемы нужны для того, чтобы получить эти плюшки. Что у нас тут есть? Камень аугментации, ну, я думаю, такое себе, не особо в первую очередь нужные. Кулаки тоже можно потом подфармить. Самое основное — это скины, скин на медузу, скин на ведьму, на архидемона, кстати, очень многим на медузу тоже неплохо, на вальку, ну, тоже не особо нужные, и на купидона, те, кто не собрал, в принципе, могут собрать. Как бы по скинам не особо, честно говоря, хотелось бы получше. Так, что в этих подарках падает? Ну, такие же самые плюшки, то есть, в общем, ничего другого не поменялось, ну, ничего не поменялось, по сути. Ну, радует то, что добавили все-таки скины, и можно будет их собрать. Плюшек, я смотрю, итемов намного меньше стало, еще в прошлый раз 23 дня на это есть, в принципе. Вот так вот, неплохо. Так, что у нас еще сегодня есть интересного? Бог грома не открыли. По событиям есть хрустальный сундук. Очень интересная акция, которую я играю на ките. Сейчас мы в нее, думаю, сыграем. И есть добыча пирата. Добыча пирата. Тоже не поменяли. На китайке была... Сундуки с кристаллами синими, красными и сумочки на огнекрыло. Здесь, к сожалению, этого у нас до сих пор нет. Так, большая выгода, подарки. Подарки тут, сумасшествие. Тут тоже, по-моему, вообще никакие плюшки были. Эмблема, юбилейная сумка. Ну, такое себе. Ладно, поехали. Чё, потрешуем на пирате. И заодно заберем акцию «Хрустальный сундук». Поехали. Что там у нас? 363 нам там надо потратить. Ну, давайте 30 тысяч сначала сольем, там посмотрим. Пират хороша для тех, кому надо прокачать уже аккаунт. Именно прокачать героев. Так. Сундучок, карточка, сумка. Нацкий саммит падают. Пропуска в основном. Кулаков, как видите, здесь не особо. Вот уже ящик у нас забит. Так, забрать. Ну, такое, камни. Сумки можно понавыбивать, сумок можно грубую силу натащить. Короче, в принципе, тоже неплохо. Все равно это одна из самых лучших акций на трату на сегодня, что есть в игре. Ну, на русском сервере, на других серваках, на китайке, например, там у меня намного круче акции есть. Так, поехали. Рынка, к сожалению, сегодня нету. И, как видите, у нас эти акции всего лишь у пирата тоже на других сутки. А вот, например, хрустальный сундук, там двое-трое суток. Интереснее. У нас это все приходится делать за один раз. Ну, можно будет дополнительно прокачать, в принципе, скины тоже неплохо. Надо будет потрешивать. Плюшки, конечно, открывать это все. Ну, смысла нет. В первую очередь собирайте скины, потому что без скинов
Реально будет очень сложно. Так, есть. Давайте еще. Там сколько надо? 28, если не ошибаюсь. 30-40 где-то. Первый раз слить. В принципе, еще есть Баназа идет общая. Я думаю, возможно будет Ревения. Очень интересно, если Ревения, это будет очень круто. Вот, смотрите. 150. Еще раз 150. Ровное количество самоцветов оставили. Так, окей. Забрать. Давайте сначала акцию глянем, потом плюшки пооткрываем. Так, события. Покажу вам второе. Вот такая вот награда. То есть идет сет рвения. Третий. И сумки Риббита. Хотя могли уже давным-давно огнекрыло запихнуть сюда. Так, вторая награда 2500. Вот третья, кстати, неплохая. Смотрите, дают Бигфута, две коробочки, 20 огнекрыла, ну и рунки топовые тоже забираем. За 15 собрали. Ну и вот за пак, то, о чем я говорил, все-таки дают рвение. 2 пятых сета ремки, ребят. 2 пятых сета и сумочки их не крыла. Вот это, в принципе, неплохо. Надо еще добить. Ой, сори. Надо еще нам добить. Что там получается? 18 тысяч. Да, неплохо, неплохо. Хорошая награда, честно говоря. Поехали. Соберем. Пирата дособираем еще так. 18. До 30 надо будет спустить. Ну, неплохие, неплохие, если в общем взять неплохие акции. Так. Ну, 2 пятых сета, блин, неплохо. Это считайте за один пак. 2 пятых сетика. Плюс новый талантик. Да, вот так вот. Поехали, пооткрываем плюшки. Ну, это уже заберу и дают еще сумочки здесь новые.
Так, окей, 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 окей. Поехали, пооткрываем наши плюшки. Так, кулачки. 10к кулаков. Ну, неплохо, в принципе. Сейчас посмотрим, что там еще такого интересного. Так, гашки. Почти 10 тысяч кагашек получили. Значки почета я даже не знаю, сколько там у меня было. Сумма 400, думаю. Мы получили. Карты у меня было, по-моему, 2. Или я вообще слил. В общем, в районе 30 штук карт. Смена таланта. Карты. Карты, карты на этот. Где там они? На адский саммит. Камней не знаю сколько. Ну, камни там тоже, в принципе. Так, где-то 70 карт адского саммита. Ну, падает неплохо тут. Так, у меня две коробки осталось. Видите, у меня есть эти пироженки. Они никому не нужны. Возможно, будет акция опять с ними на следующий год. Не знаю, посмотрим. Так, 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 так. Три, по-моему, карточки таких упало, обычных, имбовых. Я не заметил, чтобы мы выбили вообще ее. Так, 11 сундучков. Вот так вот. Ну, две коробочки. Кулачки тоже неплохо упало, еще и такие руны. Одна карта, не, карта на меня упала. Так, это сет 5, я не помню откуда. Железная воля, отлично. Так, что у нас еще тут такого? Одна сумочка юбилейная упала на Варлока. Сет Ревения открываю. У меня там есть еще третий из базара, по-моему, забирали. Так, сумки. Видите, три сумочки только. Это с акции. Так, ну, 32 таких. Что тут у нас еще? Ну и все, вроде как бы. Не особо, я вам так скажу. Так, у нас есть еще большая выгода. Тут тоже надо будет потом дособирать. Но самое основное, это новый талантик. Неплохой. Так, значки почета. Ну, видите, тут уже не хватает. Вот, кстати, 100 кардину надо однозначно забирать. В общем, заберу это потом все. Ну, в общем, такая вот акция, ребят. В принципе, неплохо. И хрустальный сундук, и летняя прохлада, новая акция. Так вот. Сколько раз можно собрать? 10-50. Ну, как раз на скин. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Ссылочка на Огнекрыло в описании. Всем удачи, всем пока.